Забирай позицию обратно. Не сдавайся, иди на борт. С отрывом в секунду или меньше. Компьютер показывает желтый флаг в секторе 2, обгон запрещен. Берегись обломков на трассе. We'll be right back.
поставили жесткие шины. Следующий пит-стоп у него не скоро. Хорошо, жесткие шины на следующем пит-стопе. Держать.
проходит впереди тебя, идет на стандартных оборотах. На стандартных. Опережаешь соперника всего на одну секунду, будь осторожен. Чтобы задние колеса не блокировались, смести баланс тормозных усилий вперед. Мы поставили новый комплект жесткой резины, у тебя еще два дит-стопа. Ты на 5 секунд впереди соперника.
бой идет на предельных оборотах. Он пытается сократить разрыв. Топлива достаточно, но ты все же следи за расходом. Соперник отстает на 5 секунд. Сохраняй дистанцию. Соперника 5 секунд. Попробуй сократить разрыв. Рекомендую объединить смесь, иначе топлива не хватит до финиша. Отлично! Твой круг пока что самый быстрый. Похоже, впереди идущий гонщик старается оторваться, он идет на предельных оборотах. Мы не можем терять время, держась за впереди идущим. Ты быстрее его во втором секторе, во втором. Гонщику позади тебя поставили жесткие шины. Гонщик позади тебя на жестких шинах.
Надо объединить смесь до стандартной. Thank you.
расслабляйся, мы отстаем всего на 2 секунды. Там желтый флаг. Зеленый флаг во втором секторе. Можно набирать скорость. Осторожно, на трассе могли остаться мелкие обломки. Дистанция до впереди идущего 3 секунды. На пятую позицию.
соперника на 3 секунды. 3 секунды. Судя по всему, гонщик позади тебя экономит топливо. Вышла машина безопасности. Машина безопасности на трассе. Система ДРС отключена, когда на трассе машина безопасности. Система ДРС отключена. Газу, нам нужно держаться ближе к впереди идущему. Сохраняй позицию, никаких обгонов сейчас.
Машина безопасности выходит на этом круге. Нужно немного прогреть эти шины перед повторным стартом. Они слишком холодные. Начинай вилять. Надо немного прогреть тормоза и шины. Шины и тормоза недостаточно прогреты. Давай, пошел. Камушки в шинах, сцепление ухудшится, пока они не слетят. Оставайся на траектории. По нашим данным, у впереди идущего хватит топлива до самого финиша. Поставить смесь на двойку. Топлива пока хватает. Идет на предельных оборотах, он пытается сократить разрыв. Come on.
Шестое место. Молодец, неплохо.